После годичной паузы в наш город возвращаются международные велогонки «Одесса Гран-при» и «Тур де Рибас». В календаре Европа-тура уже значатся даты проведения соревнований 1 и 2 июня. Ведущие команды, которые приедут в конце мая в Киев на Гарнизон Парк, смогут после этого принять участие и в одесских гонках второй категории. В календаре UCI теперь вновь появились гонки «Тур де Рибас» и «Одесса Гран-при» после годичного перерыва. Потому что это было связано с тем, что мы просили перенести наши даты с августа на июнь. Почему? Потому что в наших погодных условиях при жаре 36-37 градусов проводить гонки, мы теряли зрителей, мы теряли команды. И самое главное, плотный график гонок Европа-тур нас лишал команд серьезных, конкурентоспособных, которых мы хотели увидеть. А мы привязываемся к гонкам в Киеве. Horizon Park, куда приезжают команды из Дании, из Европы сильные.